Алла Пугачева. Во-первых, я хочу от всей нашей семьи поблагодарить вас за ту честь, которую вы оказали нам, пригласив нас вот на этот юбилей. Я никогда не смогла бы что-то сделать, если бы я не помнила самого начала своего. А начало мое, оно зиждется на том, что я помню ваши первые шаги. И такие ориентиры были у меня, у Филиппа. Я не знаю, ты там был уже или нет? В детском саду, да. Спасибо вам за то, что вы есть. Никогда не скажу, что вы были, потому что вы то исключение из правил, которое будете всегда. Пока вас помнят, пока нас всех помнят, то мы бессмертны. Вам не надо приходить и уходить с эстрады, вы есть. Когда-то даже мы, нас не поняли, а помните, когда рассорилась я с Иосифом Давыдовичем как раз из-за вас в свое время, когда вы сказали, ну что ж такое, меня вот, понимаете ли, где-то в какой-то программе ретро стали только снимать. Я вдруг вскочила и сказала, ну вам-то зачем это надо? И дальше я не успела сказать, что вы и так, и без этого вас любит народ. Но после чего вскочил, помните, Кобзон сказал, как это тебе нам надо, не надо. Что только тебе надо, ты сама уже скоро будешь ретро. И мы тогда поругались. Но дайте мне договорить ту фразу, потому что вам действительно, в отличие от многих вот из нынешнего поколения певцов, вам не надо не светиться особо на экране, потому что вы только то, что вы сделали, этого уже достаточно. Это относится не только к вам, и к Тамаре, и ко всем уважаемым этим людям, которые сидят в этом зале. Те маячки, которые для нас были, есть и будут. Еще раз спасибо вам за честь, которую нам оказали. Спасибо за то, что вы вот такой какой-то удивительный, добрый, скромный. И всегда я стеснялась быть с вами, и всегда не верила в это счастье, что я могу находиться рядом с вами. Я не могла поверить в то, что такое могло быть. С маленькой галерки сверху смотреть на вас, мне было тогда лет 14, наверное, 15, и теперь быть рядом с вами. А уж вот Эдит Станиславовна, вот она сказала, у нее всего два мужа было, и все любили вас, а у меня их сколько было, и все обожали, представляете? Все. И Филечка, вот, дай бог, последний. Тоже. Я не пью, но я выпью. Ну ладно. Чин-чин. За ваше здоровье. За здоровье всех, кто любит Магомаева. И за тех здоровье тех, которых он любит. Тамарочка, за вас и за всех. С юбилеем, Муслим Магомедович.